Доброго фпс, ребят, с вами снова я, Шус. Тихо и неумолимо мы движемся по Fallout 4. Я предлагаю все-таки сходить на пару сайдов. Total Hack Control Robot. Скажи, наверное, жар тотальный взлом добавляет некоторые терминалы на уникальный фон. Например, возможность управлять прожекторами или турелями. Да ладно. Мы вроде... А, прямо можно из терминала управлять? Нихуя себе. Надо пробовать найти такую штуку. Так, блин, квестов нет. Похоже, что квестов нет. Давайте поговорим с Бобби. Я давненько хотел поговорить с Бобби, но я не знаю, кто это такой. Еще снизу целый, мать его, мир, если что. University Point. Есть что-нибудь между University Point и нами? Давайте откроем промежуток какой-нибудь, да? Чтобы можно было потом тпшнуться. И посмотрим, где на самом деле бой. По-моему, он в Diamond City где-то был. Нет? Мне показалось. Я что-то... Вот. В добрососедстве где-то. Так, ладно. Го, откроем пару рядом часовен еще. Вот, Fallons. Тоже хотелось бы заскочить, кстати, на вечеринку. Что это такое? Бывшее казино? Универмаг. Кто у нас в универмаге живет? Ну, вот, судя по этому, у нас там супермутанты, собственно. Надо будет как-нибудь на днях зайти. Кюри! Не быкуй. Давай за папочкой. Я ведь покатал тебя на паровозиках, женщина. А ты так... Так отвечаешь мне. Я бы на твоем месте уже с собой переспал. Школа имени Шоу. Что? Имени какого Шоу? А где вход в эту школу? У меня есть простейший вопрос. Наверное, он с другой стороны вообще. Тут... Ёбаный стыд. Что происходит? Вожак когтей смерти. Нихуя себе. По-моему, сейчас нам лучше, блядь, за... Задернуть шторы. А кто воюет? Легендарный рыцарь капитан... А давайте оставим их пока. Мне просто лут легендарный пригодится. Въеби ему, вожак! Ох, ебать! Вожака распиливают просто три рыцаря-сержанта с невероятной скоростью. Мне даже экспы не дали. А я могу у тебя из рук вых... Могу. Сколько? 80% уменьшения урона от роботов. Оп. Взять. Забыли. Как это не наши? Наши? Кюри, наши? Наши, понимаешь ли. Это что, какое-то болотце? В болоте никто часом не живет. Где мы вообще находимся? Это какое-то сердечко, видимо, Валентинка. Валентинка, его открыть можно? А и радиация ебошит. Или нельзя? Я думаю, что его нельзя открыть. Ну ладно. Осколочная мина. Тут никакой лебедь не живет? Обнаружено. Есть, все-таки что-то обнаружено. Jamaica Plain. Давайте засмотрим, что там. Опачки, гули, 100 лет вас не видел. Кюри, смотри, сейчас мы воткнем одному. Оп! Кюри, смотри, сейчас втыкаем. Они там на мины. Втыкаем второму. Оп! Оп! Блять, блок не сработал. Я нажимал, парни, я нажимал. Парни, хуёво! Легендарное замедление времени. Давай, пиздюшня! По-моему, там какой-то легендарный мегагуль, блядь, был. Давайте быстренько вмажем пару стимпаков, чтобы остаться в живых, блядь, хотя бы. Это для начала. Теперь мансанем подальше отсюда. Ну вот и закончили. Бой, ценный опыт, хотя и опасный. Нормальный опыт. Так, у меня всего один вопрос. Крышка, зажигалка. Вот, тут легендарочка лежит. Ватт совместимый 10-миллиметровый пистолет. Прикольно. Мне бы найти такой ватт совместимый... Ты еще жив, что ли? Нож изолента военного образца. Тут сверчки. На болотах реально прикольно, что сверчки. Ну, всякие эти... Сверчки и прочая хрень, серебряная вилочка, крышка мина, чудо-клей, пара алюминиевых канистр, кстати. Они же алюминиевые, правда? Давайте освежим хлам. Канистра, сталь, масло. Обе нахуй тогда. Ладно, сдем в это здание тогда. На-на-на-на-на-на. Блять! Я ничего не вижу. Где моя одежда? Я нихуя не вижу. Мне нужно срочно одеться. Блять, 20 радиаций. Что с пип-боем, нахуй?
Одежда. Защитная. Комплект. Yeah, boy. Я в полном порядке. Как тут вылезти? Ну, пожалуйста. Я не могу. Сейчас, на секундочку, ребят. Так, вернулся, джентльмены. Просто реально, кнопки почему-то не работали, да и FPS проседал. Погнали к Бобби. Добрососедство. Решил позакрывать все лишнее. Хотя игрушка стоит на SSD, на самом деле. Не вижу никаких проблем. Она очень быстро у меня довольно подгружает по сравнению с обычным жестким. Там я прям затухал в загрузках. А тут нажал, прочитал, что написали, и все. Вот мы здесь уже на другом конце карты. Так, давайте сразу в атомное все. Ну, вот вроде как так. Кто из вас, сука, Бобби? Да я обычно вот тут впариваюсь, где пушки продаются. Так, я смотрю, тут в переулочке все происходит. Hey, да, ты знаешь? Все за... Да, когда можно приступать? Yeah, well, очень хочется. Это я. 50, блядь. Ты знаешь, с кем ты, в принципе, беседу ведешь? Ты можешь дать больше. You can do better than that. Fine. Take 100 up front. Это плохие условия. This is just a bad deal. You're killing me here. 150 to start. Это все равно слишком мало. Хорошо. Мне нужно больше информации. Не торопись. Я в деле. О! Раскопки, встретиться с Бобби. Ну, наконец-то хоть что-то интересное! Надо было сразу к ней идти. Кюри, что ты мне говорила? Не надо, Бобби ничего не может. Какой в этом смысл? Видишь, что творится? Наконец-то стоящий человек. Блять, ну живет она, конечно, так себе. Можно спиздить сигарку закурить, если захочется сильно. Она тут ходит, я не понимаю, где ты есть, женщина? Терминал Бобби средний. Фу, не чувствую. Давай, резче. Вот что это, блять, было? Ну сядь. Он не работает, ребят. Я нажимаю, видите, вот он. А если я ближе подойду, вот с этой стороны нажму. Ебаный стыд, блять. А на стул можно сесть? Терминал Бобби. Вот это вот все терминал Бобби. Вот это техническая документация. Сейф есть. Требуется терминал. Ну заебись! И как мне теперь быть, блядь? Короче, я могу его хакнуть, блядь. Я не могу сесть за него. Это баг. Это баг. Сейчас, секунду. Короче, есть два варианта, блядь. Вот это нахуй удалить от стула из игры и хакнуть терминал. Либо просто в тупую через консоль, блядь, открыть этот ебучий сейф. Но я не хочу. Я лучше баг-репорт напишу. Я уверен, там ничего особенного. Пошли, Кюри. Кюри! Ну-ка, блядь, иди-ка сюда. Эй. Занимайся. А, ты не умеешь, да, это делать? Хуёво. Я думал, ты робот опытный. Открыть. Не можешь? И какой ты нахуй после этого-то ученый? М? Вот уважаемый человек, интеллектом владеет. Да. Рассказывай, что нужно делать. Но я догадываюсь. Копать? Это не по моей части. Ну хорошо. Присоединиться к раскопкам. Я, пожалуй, реально пасану на самом-то деле. О, можно поспать. Кюри, укладывайся рядышком. А где копать? Где начать копать? Присоединиться к раскопкам. Еще ниже? А где ниже можно пройтись? Я вот просто не вижу. А, вижу. Парни копают. Какой-то... Знаете, что это? Это больше похоже на...
мафию одной сумасшедшей бабки. Бабки Гуля. Давайте попробуем копать. Под ее домом. Шиза. Шиза на лицо. Чего вы там копаете? Твою мать, болотники. Мягкий панцирь. Смертолап? Этот парень серьезный, блядь. А! Я нормально одет? Мне нужно одеться. Бегом просто. Все атомное, пожалуйста. Военную форму тоже лучше одеть атомную. Противники повержены. No shit. Со ствола его. Пяу. Даже не дамажится. Нет, пуль! Поговорить с Бобби. Где ты есть? Видала, как укладываю? Болотники. Ты сбежали, как только увидели болотников. Ты сама спросила, нахуй. Сейчас теперь я буду шутить. You get to be my new gun. Да ты чё? Just need one more guy. Получается так. Friend. He'll want a fair cut, but we saw what being cheap got me. Угу. Не знаю, действительно ли ты понимаешь, что делаешь. Значит, мне достанется меньше крыши? That means less caps for me. Yes, it does. There's still plenty to go around in that strong room, don't you? Там хранилище? First, I think it's best if you actually see what we're after. Давай, да. Some things to check on in Diamond City. Head over to the noodle shop there. Лапшичную. I'll meet you when I finish up my business. Договорились, лапшичная. Бобби, подожди. Опачки! Тебе же это не нравится, да? Я и забыл. Привыкай, женщина. Психа, ментанты. Вискарь на работу носят. Нормальные ребята, блядь, вообще проблем нет. Ладно, пошли. Дом Бобби. Копает прямо под своим домом. Господи Иисусе. Ненормальная. Мы работаем на ненормальную. Ну, по крайней мере, мы хоть на кого-то работаем. Только подумать, бывший директор института, возможно, работает на сумасшедшую бабку, которая копает под своим домом. В канализацию, блядь. Все-таки саунд вообще великолепный. У игры спору нет. Пойдемте в лапшичную. А, лапшичная, она в Diamond City, что ли? Да, в Diamond City лапшичная. Давайте прогуляемся. Давайте прогуляемся. До моря. Давайте свозим нашу дорогую Кюри посмотреть на море. Я чувствую, мы с ней наши отношения развиваются не в том ключе, в котором надо. Она видит, как я ворую. Хорошо, что я людей не ем. Я просто не понимаю, что ей нравится. Дансу нравится, когда я броню делаю. Этой. Кейт нравится, когда я наркоту жарю и ворую, и взламываю замки, блядь. Кстати, а что это за место? Вот там снизу такое, видите, как электростанция. Давайте сходим на электростанцию. Рейдер тварь. Ну это точнее, это, наверное, скорее рейдер труп. Блять, два раза 70% не попасть. Ну насколько я плох. Кто здесь? Твоя погибель, блять. Так а ты не воюй. Папаня все сделает. Ладно, оставим этих ребят наедине с их горем. Давай за мной. Вот меня что интересует. Рейдер босс, рейдер убийца. Сначала рейдер убийца, потом рейдер босс. Толстенький. С кем воевали? Там собачка напала на кого-то. Собачка кого-то кушает, кажется. Даже. Она подо мной прям, что ли? А если я с другой стороны? Ладно, неважно. Патроны. Кюри бы, конечно, броники найти, но лучше боевые сразу, чтобы не париться. Боевая броня для туловища, уже хорошо. Где Кюри? Мадам Кюри. Вы явно забываетесь. Мартыха. А мы пробежали, кстати, место, которое я хотел. Опа, вот оно. Между прочим.
Ты там ебошишь кого-то, что ли? Она наебашила супермутанта. Супермутант громила. Скорее, супермутант труп! Кнопка вызова. Куда? Что? Навстречу приключениям, блядь. Поехали. Вниз? Вниз? Что-то меня фризануло только что. Вот отфризило. Засейвимся на всякий случай. Куда это мы едем? Самоубийца. Ебать. Отъехал. Оп. Давай, гнида, давай, блядь. Покажи, нахуй, скилл. Не могу видеть. На ножах, блядь. Давай на ножах, сука. Смотрите, он жесткий. Жесткий ножевик. Только кажется, блядь, ты свое оружие не можешь удержать. Педрила. Кюри, там еще один. Я чувствую его. С разгону. На, сука, еще. Стимпак мой вмазал. Останешься без головы. И без обеда. Нож. Я, наверное, когда закончу проходить первый раз Fallout на запись, буду начинать заново и качать только мили. Это будет просто нереально. По такому кайфу. Так, патроны, стимпаки, кожаные одежды. Дверь холодильника. Прикорнем. Как же узнать, что тебе нравится? Hey. Давай сразу забирай у меня эту штуку. Я бы тебя потом в свою одену. В свои обноски. Финансовый квартал. Я не знаю вообще, что это за место. Как я сюда попал? На лифте спустился, да, было дело. Блять, похоже на турель, не? Нет, просто прожектор въебало. Который еще не ломается, ко всему прочему. Химлоба. Здесь есть такая информация. Была женщина, которую мне надо было убить по квесту. Помните, ее звали убийца какая-то, которую, после которой я еще сильно забагетил и очень-очень-очень-очень поставил мод нехороший. Ну, точнее, был кайфовый, а потом я прокачал перки на урон и понял, что на самом деле все нормально. Че напрягаться, да? Да, мне кажется, это было именно тут. Ладно, тогда спаливаем. Ибо толку здесь оставаться я не вижу. Замок средний в двери. Минутку. Угу. Ну, почему бы не разогреться? Правда? Замки делают такое, сами себя не взломают. Вы прям чудеса творите. Так и да. Ты бы знала, что я делаю с другими своими частями тела. That was she said. А! Куда? Я просто реально... Вот сюда, прямо по курсу. Оп. Паркур. Ну, по-моему, здесь наверх надо будет подняться, попробовать. Да, вот это здание. Очевидно, это оно. Только теперь, внимание, вопрос, Кюри. Дашь ли ты мне подсад или не дашь? Бля, как туда попасть? Может, отсюда получится? Нет, не получится. Точно не выйдет. Ну, сейчас опять FPS что-то сел. Даже не знаю, по какой причине. Может, сзади? Потом с крыши зайдем. Точно-точно. Уважаемый человек знает, что делает. Супермутант бестия. Слушайте, я здесь еще не все посмотрел на самом-то деле. Гончая мутант. Еще желающие на пиздюлину. Я тут просто вверх поднимаюсь. Подо мной уже кто-то носится, там хочет крови. Кюри, если хочешь, можешь пойти и выебать негодяя. Я не против. Я думаю, я, кстати, Гаусску дать. У нас Гаусска, наверное, будет хорошенько топить. Вот, мы почти на месте. Можно сейчас уже спрыгнуть вниз, а вот еще лифт какой. Шум. Короче, правят супермутанты, бал. Оп! Так, вот мы и на месте. Теперь, внимание, вопрос. Тут я смогу на балкон без вреда своему здоровью спрыгнуть? Нет, конечно же, не смогу. Ребята, у нас проблема. Небольшая такая. Я реально не вижу, куда я могу спрыгнуть. Я, в принципе, здесь уже... Критические повреждения. Ну ты там поживи, пожалуйста. Мне нужно самому тут. Блять!
Живой, нихуя себе. Так, а значит, я... Подождите, я... Блядь, ну я уже сохранился, это плохо. Точнее, я загрузился. Там где-то кюри ломают. Я даже выстрелов не слышу. Ладно, давайте спустимся. Где-то вообще есть женщина. Как ты попала туда? Я тоже туда хочу. Вот, внутри этого дома тоже ходят ублюдки. Ну, дела. Я тут пришел к выводу, может, эта хуйня вообще наверху здесь. Ну-ка, поехали. Может, вот она, тут? Так и есть, скорее всего. Сегодня... No fight today, говорит. Сегодня драться не будем. Сейчас я ножик достану. Вышел месяц из тумана. Вынул ножик из кармана. Обронил ствол. Доставай, блядь. Стрелок? Ты-то что? Скарифанился с супермутантами? Блять, я слышал взрыв. Если я слышал взрыв, значит, у кого-то что-то есть. Опа! Гранаты свои оставь! Это автомат! Ты дикарь! У нас дикарь, друзья! Готов. Стимпак в лицо! Кто с кем пиздится, супермутант бестия. Хуярится, видимо, со стрелком. Стрелку можно и нож вогнать. Головные боли и мигрени излечены. И еще один стрелок. Давай, нахуй. Давай, давай, сука. Ты хочешь пробить этого парня? Ты хочешь пробовать пробить его, нахуй? Что еще? Еще желающие? Отправь ему в голову на 44. На каждом шагу до насилия. Согласен с тобой. Впервые за долгое время. Вообще пиздец. Так, кожное броня для туловища. Короткий боевой дробовик. Это все в полная хрень. Кого мы там пристрелили? Стрелок на убранец, еще снизу. Только что, по-моему, упал мне ствол на голову. А труп пропал. Неудачно получилось. Я думал, они здесь снизу будут. Ладно, ребята, флаг вам в руки. Мне вот что интересно. Лазерная. Фонари, рубашка и джинсы стрелка. Штаб стрелка я уже разнес, кажется, кстати. Очки в черной оправе, берет. Будешь берет носить, слышь? Тебе надо шляпку какую-то. Это музыка так играет? Или это кто-то хуярит с чего-то крупного? По-моему, это музыка. О, бассейн. Супермутанты умеют отдыхать, блядь. Совершенно могу сказать. Опа, даже вход есть куда-то. Хаб 360. Ребра и таз. Целый, на самом деле, мегаполис супермутантов. А там что? Тоже что-то, походу. Так, ладно. Должно быть, они дружественные, говорит Кюри. Бедная, еще до сих пор не осознала всю тщетность бытия. Темно, на самом деле. Давайте сначала туда, потом в хаб 360. Потом к Бобби сбегаем. Бобби никуда не денется. Крышка. Давненько я, кстати, силовуху не носил. Надо будет как-нибудь одеть. Разрушенный небоскреб. Реально, супермутантам, походу, по кайфу. Чем мы выше, тем в нас сложнее попасть, думают они. Вот тут стрелки. Судя по всему, раз криков нету, значит, тут тоже стрелки. И... Блядь, он еще легендарный! Отсоси. Он достал, кстати, дрын. Хотел подраться, как мужчина. Антирадиационные оброня синтов для ноги. Шняга, то бишь крышка. Тут еще кто-то под нами ходит. Пошли разберемся. Такой вышел еще. Протекторон и пара парочек стояла. Тут еще лампочки даже какие-то горят. Но это ничего нам не дает вообще. О, это нам дает лифт. Крышка, кожаная броня, костюм охранника, стрелков. Я слышу, там кто-то разговаривает. Кюри, поехали! Выпишем пару пиздюлин молодому человеку снизу. Сейчас открывается дверь, я с разгону забегаю вверх. Мне вниз надо было? Ладно. Тогда с разгону, видимо, не получится. А не, получится. И втыкаю сразу в лицо. Оп, 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 оп. Дверь открываю с закруткой.
Подкруточка, кстати, была, обратили внимание? Какая четкая. И дальше. Оп! 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 Оставили этого. Отдохнули. И следующий. Туда. Граната, блядь! Ты же друга своего взрываешь. И в последнего. Хорош, Кюри. Превзошел. Крышка, ядерный отряд, сколочная граната, короткий лазерный карабин. Короткий лазерный карабин. Слушайте, стрелки что-то не поделили явно. Лазерные пистолеты. Бандана с черепами. О, будешь носить? Да, будешь. Hey. Да. Конечно же, будешь. Давай посмотрим. А где она? Бандана-то с черепами. Вот она, на. Держи. Здорово. Настоящая бандитка теперь французская. Подъем? Мне бы, на самом-то деле. 11 этаж. Ты едешь? Надеюсь, что едешь. Да, тебе даже идет. Тебя бы только одеть во что-нибудь поприличнее. Лохмотья эти. Готовься. Ой, блядь, придется с автомата хуярить. Погнали. Gunner down. А дальше можно и ножом. Погнали. Я первый вхожу. Без печали. Опачки, прощай, голова. Нет, голова на месте. Чудо. Это чудо. Опачки. Опачки, опачки. Че ты замахиваешься? Ты кого, блядь, напугать пытаешься, сукина дочь? Видели такое? Типа, сейчас, фейкует она. Вконец озверела. Ты, Кюри, не подумай. Ты можешь подумать, что я очень плохой человек. Это не так, правда. Это я так шучу. Ты, кстати, не хотела бы мне помочь? С ношей моей, но у меня, судя по всему, нет, ты еще не хотела. Да, я лазерный пистолет возьму. Точнее, 10-мм автоматически. Шахматная доска. Будешь в шахматы? С тобой, наверное, сложно справиться. Подъемчик. Терминальчики. Не может же все это быть просто так. Эти лифты, эти большие здания. Или может... Похоже, что это все. Нет, да? Эту дверь не открыть. Это что это? Куда-то ведет финансовый квартал. А, мы походу могли отсюда зайти и подняться на самый верх. Ладно. Мне все равно там к супермутантам заскочить надо на вечеринку. Я их, сука, всех вычищу. Всех нахуй. А еще там был хаб 360, кстати. Вот хаб 360 это потеря. Надо будет подняться. Вот мы и здесь. Кто это идет там такой? Стрелок рядовой. Ты зачем бежишь, парень? Не имеет значения. А, ты к корешам к своим бежишь? Блять, Брамена случайно атаковал. Бывает же. Брамен просто мимо проходил. Нихуя, кто? Откуда вы там так хуярите дико? А, это турель с пулеметом. Давайте ее уберем. И сразу огонь полегче станет. Туловище. Хитрый, за деревьями прячется. Блять, гауссовку надо пойти забрать свою. Такие моменты улетают. У него, кстати, какой-то пиздатенький карабин был. Бля, Брамина, конечно, жалко. Визуальный контакт прерван. Ты пошла вниз, ебошь, тихо, я не могу понять. Опа, это работа для паркурщика. Топ-трейсер. Готово. Блин, на самом деле, реально такие каменные джунгли дикие. Можно много чего здесь мутить. И зачем? А, вижу зачем. Неплохо на самом деле. Реально, бегаем по крышам. Опа, сейф средний. Почему нет? Вот что-то похожее на правду. Деньги, часы, патроны, фотоны, батарейки. Все неплохое. Ничего не видно. Арабская ночь. И все? Типа ради сейфа и аптечки. Понял.
Так бы сразу и сказали. Больше никакие двери не открываются. А если мы теперь сюда сходим? Здесь стрелки обосновались. Вот следующий, кстати. Два входа есть еще на крыше. Бля, круто. Снизу ничего. Слышишь это? Кажется, нет. Я во что-то упираюсь головой своей. Да, ребят, ну это нечестно. Я вот бегу здесь и не могу подняться, потому что... А вот с прыжка смог. Рейдер тварь. Ну давай, блядь. Следующий нахуй идет. Давай, иди сюда, не бойся. Легендарный. До свидания. Эволюционировала, кажется. Рейдер-убийца. Ну давай, гнида. Давай разговорчики, давай разговорчики. Ты сейчас сам дотикаешь, сука. О! Вогнал. Дури, делай это еще раз. Ты что, блядь, мазохист? Левая нога, левая рука, правая рука. Осталась правая нога. Знахарская металлическая броня для туловища. Кастеты, моя броня для правой руки. Это, кстати, что такое? Кинетический охуительный штурмовой карабин. Ни разу с него не стрелял, но очень хотелось бы попробовать. Кюри, ты, кстати, где? Hi. Да, можешь. Вот все, что есть у меня, говорит. Here is what I have in me. Это. Давай сразу раз. Тебе не хватает теперь, получается, правой ноги, да? Да, правой ноги не хватает. А есть ли у меня правая нога? У меня есть прочная боевая. Бери лучше прочную. Давай, а эту отдай мне. Черный халат института, ясно. Пушечки заберешь мои? То таскаю их за собой, блядь. Вот этот. 42. А сколько твой пиздешит? Напомни-ка мне. 66. Не, у тебя хороший. С этой хуйней сейчас сам хочу пострелять, попробовать. Лазерные карабины, лазерные пистолеты. Ты, главное, держись. Ты, главное, держи эту ношу, ладно? Да, кивнула. Хорошо. Так, ну-ка. Ебать, скорострельная штука. Можно будет ее потом опробовать, на самом деле. Радикс. Боеприпасы. Плюс патронов-то у меня достаточно. Готово. О, вздремнем. Рядом враги? Какие? Ты там, Кюри, дальше лунную походку пиздошишь, да, здесь? Нет, она прошла. Что за кнопочка? Лифт вызывает, наверное, снизу вверх. О, пацаны. Это наши пацаны, да? Ну, как наши? Пока наши пацаны. С фонарями, кстати, налобными ходят ночью. Почему я не могу здесь поспать? О каких врагах идет речь? Она же мертва. Мне сказали, что ты враг. Иди отсюда. Ух, блядь. После такого не живут. Рили, рядом враги, говорят, находятся. Где они? Это, наверное, ты, сука, да? Залить патронами, блядь. Уничтожить. Уничтожить, ёбка. Где он там есть? В туловище ему. Ну-ка, дай-ка. Заливай его, заливай, правильно. Побежал, сукин сын. Побежал, нахуй. Как мы вместе сложились, красиво. Где мы, кстати, на карте находимся? Вообще неизвестное мне место. Поехали. Сама спустишься там. Ты же робот, тебе ж пофиг. Нормально ты это. Уверенно. Вставай. Ты... Я ж пошутил, ты ж уже не робот. О, поспать. Поспать до утра. Ой, синты хуярят. Интересно, а синты меня будут пиздить, как вы думаете? Синт следопыт, блядь. Кто-то упал. Синт упал. Давайте просто посмотрим, что там происходит, и заберем победителей. Ну, я слышу, как там уже все закончилось, на самом деле. Ебать, сколько впереди локаций, это же вообще смерть какая-то. Просто не хочу. О-о! Да ладно! Сюда можно зайти? Да ёб твою! Что это? 35-й суд? Тут какие-то роботы. Ёб твою мать.
Рейдеры здесь тусуются, да? Тисек. Яху, ты радуешься так? Боевая броня? Ясно. Будьте здоровы, кто бы там ни кашлял. А тут что? Комиксы? Unstoppables. Гробный варвар, там я вижу. Серебряный плащ. Какая-то мадама. И еще какая-то фокусница. Ладно, пошлите судиться. 35-й корт. Там что, в теннис играют? Я не могу понять. Либо это суд, либо там играют в теннис. 35-й куда? Рейдеры. Так и думал. Короткий двухствольный патрон, противогазмаска, протупей. Робот стоит. Че ты? Я надеюсь, ты счастлив. О, 40-й левел. Ну-ка, давайте-ка это сразу. По старым чертежам оружейник у нас фанатик оружия 4. Сейчас науку на 4 берем тоже. Где-то с требованием. А то какой надо? 41-й. Тогда мы берем оружейника. Силовуху заделаем себе. Блин, найти бы уже эту X01 на самом деле. Блять, тут растяжка стояла. Нормально, я справился. Просто я думал, мы к этому времени, когда я прокачаю эту всю байду, мы уже этот с вами найдем самую топовую силуху, а мы ее все не можем найти. Может, потому что я просто не знаю где. Может, стоит гуглануть. Но это как-то нечестно, поэтому я не хочу. Я все-таки надеюсь, что мы сами справимся рано или поздно. И по сюжету я хочу продвигаться уже с ней. Вот, собственно, причина. Advertise. 2. Advertise. Advertise. Тайс. Возможно, вот. Из. Да, возможно, Estabice. Нет, это Establish. Значит, это не из. Advertise. Давайте сделаем. Попробуем, уважаемый компьютер, попросим убрать пару неверных вариантов, да? Уважаемый компьютер, исключите пару. Надо было сначала исключить, потом жать. Смотрите, какая музыка героическая, это бахает, ну? Вот где-то здесь. Что-то я путаю. Ну, видимо, я что-то путаю. Оп. Неверный вариант исключен. Давайте еще что-нибудь. Адвер. Может быть, вот еще. Да. Да, это он. Управление протектороном. Ошибка. Деактивировать единицу. Готово. Дальше. Управление турелями. Отключить. А замок-то я уже, кажется, и открыл. Правда? Управление замком. Открыто. Закрыть замок. Так-то лучше. Видал, о чем могу? Когда ж ты уже мне это отдашься? Если ты, в принципе, по-моему, она не может отдаться. Ну, хотя я не вызывал у нее ничем восторг. Она сама решила, что ей нужно человеческое тело, а теперь ей только не нравится, когда я ворую. И все. А что же тебе нравится, девочка? Лифт. Я не очень люблю лифты на самом-то деле. Куда он? Вверх нас повезет? Судя по всему, вверх. Вниз? Вниз. Вверх. Куда мы едем? По ощущениям, скажи мне. Ты же сейчас более чувствительная. Скажи, куда мы едем? Вверх или вниз? Молчишь? Пытаешься заигрывать со мной в лифте? Алло-ля-ля! Уважаемый человек. Я слышал прожектор. Out of order, дверь легкий. Пфф. Легкие замки самые сложные, кстати. Yes. Что у нас тут? Растяжки какие-то, может быть, есть? Письменный стол, что это тошка, вишневое ведер, кола, наверное, еще вкусное, еще есть можно. Какие пиздатые, да, терминалы с телефонами. Уровень. Скайп еще не изобрели. Сейф сложный, планшет. Давай откроем сейф. Где-то левее. Вот тут где-то, да? Еще левее. Еще правее. Кто-то да, еще правее. Господи Иисусе, как будто легкий открыл. Самодельные пистолеты эти, знаменитые. Оставьте при себе. Все? Все, что могли? Все, что могли. Вот что? Стекло, лечебница. Что это вообще за место? Похоже на велосипедный клуб. Я думал, это будет либо ты. Не понял. Ёбаный стык!
Уберите его от меня! Таинственный незнакомец, где ты когда ты так нужен? Блять, как больно! Я не выживу! Я не выживу, нахуй! Он сейчас ёбнет и так, все. Давайте-ка повторим аккуратно. Я все понял, я все понял. Давай. Оп, отлично. Ебать, роботы злые. Понеслась. Там еще этот робот-охранник, дикий который. Но для начала, конечно, лучше штурмотрон. Я все вперед попал. Вот этого надо убивать нахуй, я тебе говорю. Как только его не станет, у нас появится шанс. Беги! Беги, глупая! Прощай. Мне умудрилось разъебать руки даже так. Робот-охранник. Кстати, его тоже почти разъебнуло. Пошел ты нахуй, блядь. Ах! Боже. Какая боль, блядь. Радиация, да похуй. Ты давай, вставай. Оптическая металлическая броня для правой руки. Врагам сложнее вас заметить, ясно. Очень полезно. 4 алюминия, кстати. Еще 4 алюминия. Да, блядь, опасные твари. Спору нет. Думал, отсюда вообще двое выехало. Кнопка лифт активировать. А там тоже кнопка лифт активировать. Да, тоже. А тут что? Почему у нас центровой парень не вышел? Блядь, это она! Блять, это она! Я отвечаю, это она! Я по этому шлему могу узнать что угодно! Нам нужно открыть! Hey. Иди! Иди! Хорошо! Залезь в нее! Не попасть! Ладно, блять, но ее можно забрать! Сука, сможешь сверху, блядь. Ну-ка, поехали на лифте. Давай за мной. Оно не работает. А, не-не-не-не, я понял, я понял, я понял. Оу, бэйби. Оу, бэйби, а трипл. Боже. Я нашел тебя, блядь, я только про тебя вспомнил, а вот и ты. Я буду очень силен в этом. Да, сука, да, блядь. Охуенное ощущение. Это все, мне уже в принципе здесь нахуй ничего не надо. Это какой-то, блядь, ебаный суд. Корт 43. Правда, вот эти легендарные штурматроны, очевидно, что-то знали. Это была типа защита, судя по всему. Но... Я же чувствую себя... Невероятно сильным в этой штуке. Я очень хочу ее загрейдить. Я сделаю это за кадром. Блядь, как же я хочу ее загрейдить. Так. О, кстати, тут X01 тип 5 у меня есть. Нихуя себе новости. Давайте-ка мы посмотрим, какой тип лучше сейчас, да? Просто потому что мне интересно. У нас же есть тип 5 шлем, это еще круче, да? Так, ну-ка, тип 5 у нас 300, 220, 150. А тут тип 1. 260, 180, 150. Секунду, 260, 180, 150 против. Да, тип 5 существенно круче. Так, сначала отгоним эту колымагу, блядь, древнюю уже. Никому нахуй не нужную. И поставим нормальную новую модель. Человек похож на робота. Силачу не нравится. А этому, скажите, силачу не понравилось, а Данс в восторге, блять. Как всегда. Да, на силача на самом деле мне уже поебать, он странный. Мне он не очень нравится. Правда, правда. Так, теперь мы ставим сюда ее. Паркуем даже, я бы сказал. Ты имеешь что-то против? По-моему, я имею полное право. Так, голову 5. Вот она здесь. Эту голову мы пока, ну, поставим сюда. На дороге не валяется, пусть пока тут полежит. Так, теперь приступим. Йоу, короче, вот этот бэтбой. Он полностью теперь тип 6. Очень сильный. Даже покажу поподробнее сейчас, секунду. В станции. Тип 6, на некоторых есть какие-то модификации, на некоторых нету. Но, типа, у меня просто пока нет ресурсов и очень долго их за кадром ждать, поэтому я просто сделаю это вне серии. Ладно, погнали к Бобби. Ах, зайка моя, как долго я тебя искал.
X0, мазафака 1. Силачу это не понравилось, Дансу это понравилось. Ну, конфликт интересов. А это что за силовая броня? Ой, блять, это Данс. Ладно, поехали. В лапшичную, говорила она. Иди в лапшичную. Блять, маленькие дети уже сидят дома. Так. Здорово. Ебать. Без носа я Бобби? А, типа гули не пускают же, да. Да, я знаю, я помню. Я в курсе. Now let's get down to business. Давай. That big wall of glass over down in the city is the mayor's office. Понял. Most people don't know it. Я знаю. Хранилище. Mayor's just sitting on top of it. That's our target. The guy has it coming, if you ask me. With how he treats my kind, maybe he deserves worse. Может быть. А что внутри? Caps, meds, food. Ебать, я грозный. It's things we want, things everyone wants. You get in on this. There's plenty for you. You got it. So, what do you say we make this party a little bigger? I managed to track down my tech guy. His name's Mel. Mel? Да я сам технарь. Я что угодно вскрою. Могу коваными сапогами выбить хранилище. Он в тюрьме? Ну если ты уверена, что нам нужен этот парень. Ладно. Я понял. Нет проблем. Освободить пацана из тюрячки. Вот бы меня кто-нибудь из тюрячки-то освободил. Не здесь ли сейчас он тюрячка? Нет. А там требуется ключ или просто сложный замок? Средний. Средний замок не ху делать, взламывать. Охрана в Diamond City не выглядит уверенно. Я бы мог каждого отверткой убить. Такс. Офис охраны. Подкупить охранника тоже мне. Нашли проблему. Тюрячка. Вы знаете, что делают в тюрячке? В тюрячке, друзья мои, дрын вам засовывают вот этот в интимные места. Здрасте. Здрасте. У кого-то проблемы есть, я сразу спрошу. Вот тебя, может? Что там за тип сидит? Ты тут главный? Да, да нет, ничего пока. Угу. Я смотрю, всем похуй, что я здесь могу ходить, могу вот это вот взять, спиздить, нормально. Золотые часы. Чудеса, да и только. Техническая документация. Тарелка с желтой... Тарелкой? Тарелка с желтой каемкой. Керамика. Кто тут у вас главный? Сральня, понятно. Где шеф? Excuse me. Где главарь? Охрана Diamond City. Ты главный? Excuse me. You got something to say? Да. Сейчас, подожди. Мы провернем операцию. Вот это... Стой, подожди, не спеши. Смотри, вот это я. А вот это справа стоит мой друг, который немногословный. Или ты упускаешь пацана, или я это сделаю сам. You can let Mel out of here, or I'll break him out. Your choice. Hey, buddy. Кьюри это не понравилось. Да пошла ты! Ну и все. Тоже блин. Кьюри, учись, как в этом мире, блядь, все происходит. По-другому никак. Понимаешь? Ну доведешь его потом за кадром до состояния перфект. Где ты там? Мел, иди. Нет проблем. Нанять Мела. Стой. А, блядь. Что ж вы все такие ссыкли? Охранник, ты. Охранник вообще-то хотел под полку забиться, когда я зашел. Мел. Стой. Давай еще подать. Ночь, все спят, пошли. Может вообще на север карты уйдем. А, вот здесь мы можем поговорить. Пожалуйста.
You're Bobby's new toy. Как тебе сказать? Лучший подарок в этом году. Покупай, пока они кончились. What a gift you'd be. Да. That woman doesn't have a patient bone in her body. I wasn't serving a life sentence here. She couldn't wait like a day. What's the job? Что за работа? Не хочешь проникнуть? Вряд ли тебе это знать, потому что если нужны крышки, соглашайся. I don't think you need to know the details. Да. If you want the caps, you'll take the work. Вот именно. Loyal. All right. I'll talk to Bobby and see what's what. Bobby may be shady, but she always pays up in the end. So, guess I'll get my stuff. Я вам больше скажу, мистер Мел. Ну, это я про себя. Я не думаю, что вы выживете после задания. Вот правда. Ни ты, ни Бобби, никто. А где тоннель? Встретиться с командой в тоннеле. Что-то явно здесь нечисто. Тоннель здесь. Добрососедствие. Походу, там, где копали мы болотников. Они... Какой величины этот тоннель? Если она рассказывает мне про купол мэра Diamond City и, собственно, свой дом. Я очень не уверен, что там действительно все так. Дом Бобби. А, они уже в туннеле? Ну да ладно. Боже, какая эта броня пиздевая. Вообще нет, нет спору. Кайф. X01 максимального значения и максимального класса. Осталось только всякие фичи подцеплять на руки, на ноги, но это я уже потом. Что это за? Что за? Эдэ, что они сделали с тобой? Привет, Соня. Вау. Плохо понимаю. Блять, что с тобой? Вид у него не особо мужчина. Sonya is not your average iBot. One of a kind. I modified her radio systems to emit sonic pulses at frequencies that can loosen any sediment around. Да, ты неплох. Able to get to the strong room 10 times faster than just digging. Понятно. It's a hell of a lot safer than loading this place up with dynamite. All right, guys, get ready. I'm not completely sure how this place will respond. So, brace yourselves. Ты давайте без меня тогда. Я тут постою, я покурить могу. Нормально? Я... Блять. So, what's the deal with the new guy? Oh, I got lucky with this one. Came right up to my door and... Господи, я вас всех зарежу, отвечаю. He's useful in a fight. What more could I want? And he's not so bad to look at either. Maybe we еще бы. Bridges this time. Yeah. Все, я пошел. Я больше тут никому не нужен. Ладно. Явно тут какие-то... О, вот, болотнички, блять. Легендарные светящиеся болотнички. Иди ты нахуй. Ты... Вот это дикарь. У этого парня храбрости не занимать, нахуй. С голыми руками, блять, на болотника, Мел. Провоцирующий потрошитель. О, удвоенный... Ну как сказать, я даже не знаю, блядь. Может даже это будет покруче, чем мой клинок, если его хорошенько загрейдить. Но я не умею пушки ближнего боя грейдить. Могу только броню. А это еще 4 уровня, не думаю, что... Не думаю, что это стоит того. Меня и нож устраивает вполне. Давайте за мной, сынки. Папа отведет. Так, что еще? Кто тут? Го проблемами. Ненавижу я... Опачки! Блять, смертолап, назад! Назад! Боже! Вот живущие же твари! Силовая броня, ты как никогда вовремя. Ебать, все хотят сладкого! Сюда нахуй! Кто еще, сука, хочет? Кто еще, Мел, ты? Броня-то гасит, хорошо. Мясо болотника. Ни легендарных не было. А нахуй мы сюда пришли? Опачки. В прыжке вытащил. Вот это ловкость. Так, о, у нас синий налобный фонарик. А, это потому что я его сделал синим, кстати. Ну, вот здесь надо. Ложись.
ребята. Прощай, Бобби. Видели, как ребят пиздануло? Ладно, поехали. Тут, блядь, видимость нулевая. Это что? Король болотников. Он ебошит меня? А я ебошу его. Мы ебошим друг друга. Упачки. Это что, еще DX01? Да, неплохо. Правда, не полная, конечно, но все еще. А что у меня по весу? Она нормально мне дает? Я могу забрать? Да, я смогу взять эти куски. Да, давай-ка ты в нее, блядь, засунь еще ядерный блок. Угу. По кайфу, чтобы потом его достать. Все правильно. Ну что, каркас может остаться, в принципе. Так, вам помочь? Что это за влагалище в стене? Ужас. А, слышь? Кюри. Полезай туда. Принесешь мне каркас домой. Так, давай ты даже знаешь как? Ты не просто отвезешь, ты поедешь в ней. Давай. Используй. Давай залазь. Ну-ка. Ну так. Молодец, девочка. Ух ты, спасибо. Мысли. На этом все. Мне больше ничего не нужно. Как у меня глаза светятся? У него желтые, у меня эти. Слышите, прикольно. Фонари. Так, а куда нам тут надо-то? Я не вижу слабую стену. Мы нашли силовуху. Это здорово. Вижу пару труб. Нам что, погружаться теперь надо? Не похоже, что нам надо погружаться. Может, старый добрый проверенный способ? С ноги? Что в короле было, кстати? Бутылка пива. Парень знал, как отдыхать. Я не знаю, Рилли, назад идти, что ли? А, вот оно чё. Это был, видимо, секретик. Mel, get Sony over here. Так, может, мы остатки сейчас про них тут где-нибудь найдем? Давайте, папа пойдет первый. Робот коротит. Подгоняет меня, сука. Я уже слышу, там кто-то гуляет. Ага, думали спрятаться от меня. Вонючие ублюдки, каковы шансы на ваше выживание? Еще идут, опять говорит с клешнями. Да тут вообще какой-то притон. О, легендарный болотник. Естественно, он эволюционирует. Это даже не обсуждалось. Мелкие ублюдки. Мелкие ублюдки! Фу-фу-фу, какая гадость. Мелкие клещи, блядь. Ну, просто умри уже, пожалуйста. Я что, много прошу? Хо-хо! За артистизм я поставил бы 9. Не часто от меня дожидаются оценки в 9, но, похоже, это тот случай. Да? Ходи пока. По супермутантам металлическое. Ну, слышишь, интересное? Да нет, Кюри, ничего. Пошли дальше. Давайте вмажем стимпак. Кстати, стимпаки здесь мажутся сами. Здесь пройти не выйдет. Вот здесь выйдет. Нам еще и здесь, но, судя по всему, нет, здесь не получится. Стена укреплена влагалищем. Да ты чё? Серьезно? Камера. Но мне камера не очень нужна. Но я возьму. Не зря же здесь она. Вискарик. Бейсбольный мячик. О, слышишь, где Кюри? Блять, я хотел... Вот опять эта проблема. Ты хочешь взять бейсбольный мячик и выходишь из брони нахуй. Неприятно. Кто ты без брони? Уважаемый человек. Роковой мужчина. Зятёк. Я, блядь, еле пролез в эту дырку в этой броне. Проблемы? Дикий гуль бродяга. Давайте проверим мою силушку. Где он там? Усохший. Усохший, кстати, сильный. О, дикий гуль охотник. Блять, не могу. Не могу. Ха, неплохо.
Ёб твою мать, зомби-апокалипсис! Зомби-апокалипсис! Давай нахуй, кто кого, блядь. Заметили, кстати, удар со спринта пропал. И в принципе он медленнее стал бить ножом. Да, удара со спринта больше нет. Легендарный противник мутил, это легендарный. Ну, посмотрим, как он без ножек, блядь, будет ножить. А, смотрите, а я тебя съел. Спас твою жизнь. Прям как в лучших традициях ходячих. Почему металлическая? Где все нормальные броники? Крышки, патроны. Вот, вот это, кстати, Боби, причина, почему вас, сука, не пускают в Diamond City. О, еще один легендарный. Улучшенный аббат с боевой враг. О, вот это разговор. Вот это я посмотрю за кадром, что с ним можно сделать. Так, а на какую она руку? Давайте посмотрим мои руки атомные. Атомная рука, атомная один. Вот это полезно. Атомная рука один. Бля, ну не знаю, шансов у нее немного резко стало. Мои атомные руки гораздо лучше. Какая кокетливая. Так. Мясо дутня. Наливные яблочки. О, кошка. Черный жилет из лаксы, пачка сигарет. Вот это, вот такие в метро постоянно есть. Вы можете мне не верить, но вот после 11 такие всегда катаются. Я хоть и редкий пользователь метро, и редкий гость столицы, ну и не только столицы, вообще мест там, где есть метро, но я таких навидался. Вот правда. Игра, реализм. Реализм, блядь, что ж вы столпились-то здесь? А на этой станции квантовая зеркало. Has electrolytes. Автомат по продаже. Скамья номер 5. Скамья номер 5. Явно у того, кто нумеровал эти скамьи, плохо все со счетом. Терминал средний, открытый. Давайте через терминал. Himself. Easiest. Rampage. Disband. Давайте через дверь. Эти шпильки явно некачественные. Готово. That's it. Винт, изолента. Изолента. А есть смысл еще взламывать тебя? Ну, только ради экспириенса. Ну, давай. Ну, со второго раза легко. Pressed. Два сходства. Pressed. Два сходства. Pressed. Pressed. Два сходства. Endings. Нет. Pressed. Care. Эх, блядь. Почти. Pressed. Театр. Театр. Да, театр возможно. Nice. Есть такое. Удостоверение дверью. Ну, собственно, закрыто. Иногда бывают такие запарные терминалы, иногда бывают нормальные, типа этого. Но все еще, чтобы там заметить эти сходства, блять, нужно было достаточно запотеть. А может, я в этом просто плохо. Я вообще не люблю терминал. Хотя, неправда, я люблю, но у меня не получается. Тайник с крышками. Рейдер. Бедный рейдер, блядь. Кого вы там уже ебать? Ну ладно, удачи вам. Я не думаю, что у вас будут проблемы. О. Блядь. Говорит, осторожней. Спасибо. Там, по-моему, с другой станции побежали. На последний-то поезд. Блядь. Что ты будешь делать? Нихуя, он еще жив. Блять, как бы мне вас там не позадевать-то своих. Просто изрешетил его. За патронами надо будет съездить, кстати. Патроны это подходят к логическому завершению. Как история какая-нибудь. Кисть, крышка. Будешь кубики играть, Кюри? Пойдем. Мы еще не закончили. Сюда. Еще разочек? Давай еще разочек. Ну это что, давайте пойдемте проверим, что там было. Блять, они опять идут. Мэла чуть не захуярила, нет проблем. Мэл, а он жив? Да, он жив. Просто так глянуть на секундочку. Подъема нет. Табачные аппараты, шкафчики, довоенные деньги. Но мне это нахуй не надо. Можно было бы и идти. Хрупкая стена, кстати.
Все-таки никто не в последний. Ау. Че у нас тут? Блять, вонючие болотники. Мелкие вонючие болотники. Хуярих. Че, твою мать, сколько? Горите, суки! Горите, я сказал! Блять, мелкие не дают пройти. Вы для меня враги уже, интересно? Мел, нет. Блять, смертолапы. Просто хуярь его, просто ногами. Пошел нахуй, дай пройти. Там наших бьют. Хотя если они умрут в процессе задания, я не буду даже париться. И вновь я побывала в бою и выжила. Примем мои поздравления. Так, стелсбой. Изолента, теперь посмотрим, что здесь было. Что вы тут прятали? Остатки силовой брони X01? Второго сета? Want to set the world on fire. Какая песня играет? Чисто, труба чисто. Давайте в трубу теперь посмотрим. Мы летим в трубу. Ахахахахах. Так, ноль. Путь к свободе один. Да. Так точно. Давай только что я найду мой... Ух ты. Еще болотники. Блять! Что это было? Меня откинуло нахуй? Болотник-охотник. Просто дать ему пиздюлей. Противники повержены. Что-то здесь охранял болотник-охотник. Он, конечно, не король. Но их... Он тут и не один! Спрей энд пей. Мясо болотника. Дверь, ядерная батарея, еще одна. Они как начали знать, что мне нужно. Только всегда с опозданием, когда я сам натыкаюсь. Но забавно было проговорить про броню в начале серии и это, найти потом себе сет. И еще немножко даже. Я здесь уже был? Где я? Мама. Терминал. Давайте почитаем. Где мы находимся? Управление... Не... Тут терминал много нам не скажет. Открыть. Мне кажется, это какая-то дверь. Где я нахуй нахожусь? Ух ты, блядь. Говорит, это должен быть подвал. Легендарно светящийся, между прочим. Та еще, сука. Не дать ему подойти ко мне! Он хочет обниматься, а я нет. Блять, Мел! Мел! Ты-то куда нахуй? Ты в порядке, Мел? Вставай! Мы еще не закончили. Перевыдание противнику в сражении ближнем бою получает 10% урона. О, пиздата, кстати. В таком сете ходить. Мел, ты жив? Ништяк. Я-то это... Я не хотел, чтобы твоя кровь была на моих руках. Не, ну а куда ты лезешь поперек батьки-то? Он еще жив? Он еще живой, блядь. Вставай нахуй. Ты кого наебать вздумал, парень? Притворяшка. Все такие громкие. Мы, по-моему, пришли куда надо, на самом деле, по квесту. Как это не забавно. Только использовать какой-то другой вход. Или нет? Крышка, патрон. Стимпаки, антирадин. Выстиранное зеленое платье. О, кстати. Ты у меня будешь настоящей француженкой потом. Ну и что стоило до того? Лежал бы, спал. Тайник, кстати. Патроны, кремины, кинетический самодельный пистолет. Вот умеют же люди. Подгоняю сюда.
Где она? Мне кажется, она не сможет проложить путь сюда. Это ее единственная слабость. Ну так чё, Мел? Она не сможет проложить путь туда. Отвечаю. Давай, я пойду за тобой. Бля, водила. Давай, давай, давай. Давай, думай, думай. Думай. Давай, пойдем. Ну что за нахуй? Ребят, как быть? Она тпшнулась туда, нормально, нормально. Знает толк. Так, секундочку. Силовая броня все-таки немножко сковывает движение. Вот это прям чувствуется. Можно бегать туда-сюда, но... Нихуя FPS очень просел. Такс. Ладно, пойду открою этот терминал. Я просто думал, что мы недалеко сходим. Тут будет тайник, и на обратном пути было бы не... Там уже разборка без меня пошла. Ну, я убью победителя. Exactly. Exactly. Ладно. Exactly. Intensity. Exactly. Intense. Нет. Exactly. Someone. Sure I'm crazy. Exactly. Cried. Decried, exactly, decried. Mutated, exactly, tate. Mutated. Got it. Нефиг делать. Сотра попытки как профессионал. Горелка Бунзена. Горелка Бунзена. Вот Бунзен был человечище. Это все? Даже не было смысла приходить, да? Желтая кнопка прям просит нажми меня, но на этом все. Больше ничего не просит. Могли бы хоть комикс какой-нибудь засунуть. Нехорошие люди. Ладно, валим. Тихо. И еще я очень широкий в этой броне. Реально. Когда иду, чувствую, что людей надо расталкивать. Иначе будет плохо. Кто тут на вас боковал? Давайте. Опачки. Че это тут? Поспать можно. Вы не можете спать в силовой броне. Да я и не хочу спать. Я просто хотел проверить, можно ли. Это шпильки там? Блять, я не могу пролезть. Рукой так. Макарошки будет кто-нибудь? А это что, бачкасик? Ничего. Ебоши! Я нажал. Не работает, ребят. Проблемка. Проблемка? Серьезно, не работает? Ну-ка. Угу. Придется загрузиться, скорее всего. Рили не работает. Нет, я хочу, блядь, вот эту стену разъебать. Ладно. Еще разочек. Давай-ка. Почему не работает? Бобби. У тебя не очень хорошая репутация. I'm a ghoul woman with mm-hmm. good ideas. There's no way I could get anything done without ruffling a few feathers. Мы пришли, блядь. Слышь, Мел? If Bobby's directions are correct, and I have my doubts, the strong room should be right through. Я очень рад, ну так и чё? Anything else you wanted to check out in this tunnel? I suggest you do that first. Блять, ну вообще там было одно место. Подожди, мне нужно сначала кушать. Оставайтесь здесь, джентльмены. А мы уходим. Бобби, ты тоже джентльмен. Потому что женщины назвать у меня язык не поднимается тебе. Без убит, без убит. Мне там нужно в туннельчик один сбегать. Да ёб твою мать! Я бы... Без брони. А че это вы за мной пошли? Тоже хотите кусок доли своей? Не дам. Электролиты. Чисто. Придется, конечно, далековато по трубам пробежаться, ну да ладно. Я тут нашел. Я нашел тут еще одну крупную стену. Когда бегал. Туда я сходил, там ничего, там просто другой проход. А тут.
Тут, кажется, гули. Гульки. Как много гулик в наше время. Это гули, плохие гули. Понятно. Вы разобрались с ними? Ты, блядь, на него смотришь? Как же он медленно этим ножом-то орудует. Надо суперкувалду какую-нибудь брать, чтобы вообще с удара убивать и все. И мозги не ебошить. Так, игрушечные машины, крышки, двойные деньги. С этой ноги можно полутать? Да, но тут кроме ментантов ничего интересного. Ладно, пошли. Ядерная батарея, кисть. Говорит, мистеры помощники здесь вопросы разруливали. Так, а что здесь есть? Ничего интересного? Вот дверь. Открыть. Пахнет растяжкой. Оказалось. Еще одна дверь. Нормально. Нормально. Бакстер! Ты идешь со мной. Пачка сигарет, сейф сложный. Бутылка с антифризом. Гедотрон. Че там? Заплесневшая еда. Мьями. Охуенно. Не хват... Ух ты, ёб твою мать. Ладно, тут делать нечего, пошли. Работает каждый день. Каждый час, каждую секунду, на всех. Готово. Ничего особенного, в любом случае. Крото... Такое. Мистер Гуль, вы потерялись? Хорошо, что это кончилось. Тебя эти гули роняют каждую секунду. Кстати, это тот самый тоннель, походу. Вон парни спят. Давай просыпайся, и ты просыпайся, блядь. Заебали уже. Автоматический пистолет, изоленский пидар, гаечный ключ, прочая хрень. Серебряные вилки, металлическое ведро, табачок. Нет. Все в жопу. Кто там? Это похоже на усохшего дикого гуля. Дайте с пистолета его, дайте с пистолета. Нормально, подойдет. Ну, у нас тут, конечно, такая команда. Команда 5. Где еще? Спереди кто-то есть. Ну-ка, дайте его спехали. Там их двое. Давайте-ка использовать наш ВАЦ. Одной рукой, как гангстер. Ядерный блок заменился, кстати, только что сам. А этого парня я заморожу. Не подходите к нему. Не подходите к нему. Я сам. В голову заморозить. Он не заморозился? Он умер! Он умер! Нет! Почему он, а не я? Надо было не стрелять ему. Нихуя себе, вы знаете, сколько эта пустовая установка будет стоить, блядь? Ебать, 1500. Слушай, у меня один нескромный вопрос. Где ж ты ее прятал-то, блядь? Дай-ка я загляну в потаенное. Ничего нету. Странно. У этого парня свои секреты. А мартышка отвисается три с типом. Умеешь же шутить? Ладно, поехали дальше. Так, давненько, блин, вот реально. Когда есть квесты, заебись. Когда нет квестов, не заебись. А я к этой Бобби еще и ходить в принципе не хотел. Нехороший человек. Пока все разные квесты не выполню, вообще не это. Не закончу. Так, нам сюда. Поворот направо, поворот налево, поворот налево, поворот налево, поворот вниз, поворот налево дважды, поворот направо, проходим сюда, поднимаемся право-право, готовимся совершать быстрый поворот налево, но стамина кончилась, прыгаем поворот налево, поворот направо. Знаете, это как шпионская КГБшная школа. Тебя, тебе мешок на голову завязывают, бросают в багажник, и ты должен запоминать дорогу там около... А, я готов, кстати, да. Ты должен запомнить, короче, дорогу, куда тебя отвезли на километров 6 или 7. Чтобы потом найти путь назад. А еще это у котов неплохо получается. Так,
Ready to get into the strong room? Да. If you had anything else you wanted to check out in this tunnel? Закончил. Поехали. I'm ready. You got it. Let's do this. Бля, синие глаза выглядят круто. Дай пройти. Слушай, ты ко мне уже постоянно пристаешь, прижимаешь меня во всяких углах. Я женат. Только жену мою в криогенной камере это того. Бритвой по горлу. Встретись с командой в подвале. Мы, кстати, в подвале, да? Бля, меня после этого в Diamond City. А где твой нос? Ха-ха. Southwest? Southwest это туда. Так что, ты хочешь, чтобы я вырвал эту штуку? Я не понимаю. Бобби. Я-то в чём? Мы под ним. You sure this is the right place? I've been mapping it out, and I think Diamond City should be a little further north of here. I don't have a doubt in my mind. Так, я чувствую, кто-то войдет в просак. Мел прав, это не Diamond City. Mel's right. This can't be Diamond City. It won't be hard to prove me wrong. Let's go up there. You all will be thanking me while we count the cats. Да я вас зарежу, ребята. Mel, you think your robot will work here? Look at this place. The foundation is already crumbling. One blast from Sonya and I bet the floor above will come right down. Ну давай. Make it so. You won't want to be in the room for this collapsing foundation and all. Good, thank you. All right then. Everybody clear out. Sonya, prepare yourself for a blast at maximum power. Кюри. Иди сюда, покинуть сектор. Кюри! Кюри! Ай, хуй с ней! Иди сюда. Да? Кюри, паровозики, да? Соня Капелла стопудово. Идем в хранилище. Ну, идем. Я уже плохая идея. О, нет, Соня. Она летает, смотри. Она в порядке, Мел. Смотри, она даже научилась вертикально двигаться. Это мой дом. Вы что, охуели, что ли? Это мой дом. Нет, это не мой дом. Это где? Хранилище. Не, это хранилище. Ебать, это хранилище. Я думал, мы влетели в мой дом. Я чуть, это, вы бы, блядь, попали на бабки сразу. Я бы вас, конечно, не убил, наверное, это факт, но на бабки бы вы попали. Очень похоже, потому что. Ладно, пошли. А что это без меня? Я первый. Я первый увидел эту дверь. Блядь, она закрылась с той стороны. Сука, нас кинули, Мел. Мел, нас кинули. Нет, не кинули. Она, наверное, уже по карманам попрятала все. Сейчас скажу, тут ничего нет, ёб твою мать. Мы должны были быть миллионерами, тудой-сюдой. А там стоит какой-то чувак. А кто там стоит? Фаренгейт. Кто такой Фаренгейт? Это не охранница или часом этого мэра Хэнкока? Гангстер Мел Фаренгейт. Ты хочешь перетереть Фаренгейт? Какое отношение это имеет к Хэнкоку? Мэл прав, это не Diamond City. So what? This doesn't change anything. It is still the same job. Нет. Я еще не знал. You all just broke into Hancock's storeroom. You know. Да ты чё? Hancock, the mayor of Good Neighbor. Нормальный парень. Listen, guys, I know this isn't what you expected, but there are still a ton of caps on the line here. Help me take her out, and all of it is ours. This is Hancock we're ripping off here. The guy tends to hold grudges. Counteroffer. Just go back into your tunnel, and we can forget this ever happened. What do you say?
Ты обманула нас, Бобби. И ты заплатишь за это. В чем дело, Бобби, почему ты обманул нас? Я с тобой, Бобби, ты обманул нас. Ну ладно, Бобби, по крайней мере, мы выйдем отсюда живыми. Скажешь, мне нужно было переодеться в харизму. Да ладно, Бобби, по крайней мере, мы выйдем отсюда живыми. Кюри, ты понравилось. Идите вы отсюда. А у нас с тобой будет еще разговор. Что, надо поговорить с Фаренгей? Погоди, Кюри. Правильное решение. Хочешь запиздиться? Где ты, Кюри? Эй. Ты у меня теперь в силовой броне можешь носить столько всего, ты даже не представляешь. Давай начнем с простого, да, крышка мину. Че надо? Эй, hey there. You made the right move. Смотри, какой как начал. Бобби нас обманула, хорошо закончилось так. Бобби нас обманула, хорошо закончилось так. I'm glad it shook out this way. I was itching for a fight. Так давай, раз на раз! Ебать, клотить сувенир! Такой сувенирчик, 27 килограмм! Нормально. Hancock will be happy to hear about your loyalty. You should go pay your respects in person. It's best to stay on Hancock's good side. Поверь мне, Хэнкок не человек, которого боюсь, человек, которому я должен, скорее, немножко. Так что... Кюри, бегом сюда. Мне тут испепелитель подогнали. О, Кюри, слушай, это же отличный шанс. Так, где там мои боеприпасы? Кажется, вот эти тебе нужны. А использовать ты теперь будешь вот этого молодого человека. Ну-ка, достань его, дай посмотри. О, да. А я буду драться вот этим ножом. Так, ладно, у меня есть одно незаконченное дело, кстати. Раз уж мы попали на склад Хэнкока, собственно. Тудом-сюдом там. Туда-сюда. Пятое, десятое, изолента, кисть, пустая масленка. А где у Хэнкока тут все, как бы. В вагонах, наверное, спрятал. Подонок. Я тут могу все брать, кстати. На меня даже не обидится. Терминал вот тут есть. Тут что? Содружество. А что в терминале? Можно открыть эту дверь, типа, или что? Она и так открыта. Склад. Ашнур, добро жаловать. Пользователь Хэнкок. Нет проблем. Ладно, ребят, делаю последнее дело и уходим. Йоу, Кюри. Да. Тебе пора домой. Да, иди сразу в санчори. Тут сейчас кое-что произойдет, и ты не должна это видеть. Тебе это очень не понравится. И там добрососедство. Я не люблю две вещи. Первое, это когда мне говорят неправду. И второе, это когда мне говорят неправду. Я очень люблю, когда мне говорят неправду. А когда мне говорят неправду, человек должен заплатить за свою неправду. В нашем случае есть безносая Бобби. И я. Она врала мне. Я сделал для нее много дел. И остался не у дел. Она там ни копейки не отдала. Да, там были какие-то маниганы. Но это не с ее стороны. Проститутка, куда ты делась? Я найду тебя. Я найду тебя. И я убью тебя. Доброго всем ФПСа. С вами был Шус. Увидимся. Всем пока. Магазин игр shoes.pro, бандиты. Покупайте приятные игры по приятным ценам. Также обратите внимание на моих партнеров lootcase.ru. Сделай себе подарок. Все ссылки можно найти в описании под видео.